первый урок в этих священных стенах. Я вас задолбаю своими советами, учениями. Я научу вас выживать в самых критических ситуациях. Это занятие... Как твоя фамилия, сынок? Иванов. Читал объявление? Да, читал. Так почему ты принес тетрадь и ручку? А что такого? Да потому что ты никто. И звать тебя никак. Здесь я устанавливаю правила. Знаешь? А ты никто. И вы все здесь никто. Вас тут всех растопчат. И втопчат, как мусор поганый. Как поганый мусор. А теперь всем встань! This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our dear life. Для получения ручки тетради, построили, пошли. Я хочу узнать, зачем вы пришли сюда? Что вы хотите от нашего заведения? Ты, например. Как тебя зовут? Кирилл Заупокойный. Как? Кирилл Заупокойный. Какой? Заупокойный. Кем же ты хочешь стать, Кирилл Заупокойный? Тележурналистом. Да, сегодня в университете большой праздник. Специально для других новостей Кирилл Заупокоев. 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 Понимаешь, Кирилл Заупокоевный, из твоей фамилии только некрологи читать. Ты тоже хочешь стать телеведущей? Нет, я хочу быть поэтессой. Да. У вас уже есть что-нибудь? Прочитайте нам тогда что-нибудь, а мы все послушаем. Свила птичка гнездышко над моим окном и сидит чайкой. Хорошо вдвоем. Ну ладно, так, начнем наш урок. Отвечать, значит, будешь ты. Ситуация. Вы сидите в общежитии и распиваете с друзьями спиртные напитки. Вдруг входит комендант с большой палкой в руках. Ваши действия. Я убегу. Неправильный ответ. Тогда знаете, что будет? А что мне тогда делать? Вам нужно встать и стойко снести все удары. Тогда вы отделаетесь парой синяков и выпинуванием вас из общежития. Понятно? Итак, запишем первое правило. Да убоится студент коменданта. Повторите. Да убоится студент коменданта. Следующая ситуация. Алло. Доченька, здравствуй. Кто это? Это Леночка. Ленка в душе. Я это, Леха. Я это, ну мы с Ленкой мутим. У нас ребенок будет. Ага. Ну мы пожениться решили. А мне в Петропавловске-Камчатском работу дают. Ну как поженимся, сразу туда. Лена, вас сегодня ведет серьезный разговор с сыном. Не сложитесь. Итак, запишем второе правило. Включи свой мобильник во время занятия.
Здравствуйте, дети. Извините за опоздание. О, Александр Михайлович, вы уже здесь? Александр Михайлович! У вас, наверное, для наших первокурсников есть какое-то важное сообщение. Нет. Я уже всем рассказал. А? Ну хорошо. Скажите, дети, пожалуйста. Да, я так, знаете, просто разговаривал. До свидания. Ну, давайте познакомимся. Зовут меня Иммануил Яковлевич Задолбайский. Я проведу ваше первое занятие в этих священных стенах. Я задолбаю вас своими поучениями, нотациями, наставлениями. Да не будь я задолбайский! Всем ясно?